Ну что ж, господа, наидобрейшего всем вам времени суток, и как всегда с вами Док Браун, мы продолжаем проходить The Nightfall, поэтому рекомендую вам надеть наушники, погасить свет, задвинуть шторы и приготовиться, будет страшно. Так, у нас, если я не ошибаюсь, у нас началась гроза, которая не заканчивается, да? Да, у нас гроза. О, знатная гроза, кстати. А, и у нас огромное количество вопросов на самом деле к тому, что здесь происходит. И как минимум к тому, почему камин не горит, хотя по звукам он горит. Не знаю, что случилось. Ладно, это сейчас не важно от слова совсем. I already have 10 matches. I already have 5 candles. Все, у нас все просто есть, и на данный момент нам это как бы не надо. Ладно, у нас по дому появляются странные куклы. Судя по звукам, у нас передвигается опять-таки мебель. Мы узнали, что владелец этого дома съехал после того, как потерял детей. Мы узнали о том, что как-то очень странно убили собаку соседскую. Ну, вернее, даже не соседскую, а вообще местную, ну, которая тоже жила в этом доме раньше. Блин, и у нас коротит электричество. Причем в собаке нашли кучу всякого разного, да, то есть, ну, ее зверски убили. И, по-моему, в прошлый раз мы как раз-таки слышали, как ее убили. Ну, не ее, а точно... точно так же убили собаку, как и ту. Меня немножко напрягает эта статуя. Я заметил у нее глаза, а если вы помните, в Pine View Drive это ни к чему хорошему не приводило. А еще мы видели клоуна с ножичком, который, собственно, судя по всему, и убил собаку. Так, давай-ка мы... Блин, я... О, хорошо, зашел. Лимонадик, то, что надо. У нас 6,5 часов до рассвета, и пока совершенно непонятно, что у нас тут будет происходить сегодня. Так, это мы... Блин, где? Зараза. А еще у нас открываются все подряд окна, и, короче, двери хлопают. Ну, короче, происходит... полный забей, и это несколько напрягает, на самом деле. Опять кто-то выставил книжки. Ну, в смысле? Телефон звонит. Это из полиции перезванивают, надо брать. В смысле? Я не могу двигаться. I'll be right there. Okay, please call me back immediately when you hear this. Ethan, wait. Don't hang up. Love you. Твою мать, это что было сейчас? Суть в том, что это звонил муж, он говорит, мол, ты там добралась, как ты, что ты, мол, мы с детьми переживаем. Жесть. Почему я двигаться не мог? Что за фигня? I did not want to hurt Molly anyway. You fell for my trick. I will not let you go. You are like the children I never had. Так, это все старые записки. Если честно, я немножко подзабыл, где они там лежали или лежат. Мы в зеркале все еще не отображаемся. Прекрасно. Наверное, я больше пугался бы, если бы там я отображался в зеркале был бы. Так, а вот это не надо. Не надо мне тут коротить. Так, все, побрызгаем, чтобы пахло яблочной свежестью. Все отлично. Тут все еще закрыто. Супер, слушай, короче, мы...
нас вполне есть проблемы с передвижением. Почему-то я не мог подойти к телефону. Телефон работает, но даже если бы я взял трубку, скорее всего, меня бы никто не услышал бы. Меня вот это напрягает. Потому что в полицию-то мы тоже как бы дозвонились, но толку от этого было никакого. Все заперто. И еще мы... О, паучок. А он тут был вообще? Что-то я как-то на потолок не особо смотрел. А еще мы искали этот, как его, чердак, но так пока что нигде прохода на чердак и не нашли. Открыто, открыто. Я не открывал, это 100%. Звуки на самом деле просто забей. Почему я не могу вылезти, просто взять и просто вылезти с окна, я не знаю. Кстати, помните, в Pineview Drive на спичках, так как там была русская локализация, там на спичках было написано «Последняя надежда во тьме». Слушай, это тоже глазастый, да? Ну-ка. Или нет? Не, этот вроде бы нет, этот не будет за нами следить. Это уже было. Давай-ка тут тоже, вот, морская свежесть, отлично, тоже побрызгаем и пойдем дальше. Ведьмочка тупо двигается. Она старается не палиться, но она тупо двигается. Как ты тут? Как ты, родная? Я бы тебя выкинул бы прям с окна. Слушай, а это было здесь? Я могу контролировать тебя, твои ноги, твое тело, короче. Я буду решать, когда ты двигаешься. Могу управлять твоим страхом, что-то такое. Сорян, ребят, за мой английский, но тем не менее. 12 часов ночи. Очередные полчаса. View Drive, то сюжет там был очень... Вот это сейчас вообще нездорово звучит. Ну да ладно. Сюжет там был очень заморочливый. И... В смысле? О, работает. Очень заморочливый и очень странный, то есть... Поэтому, может быть, и тут тоже есть какие-то заморочки. Опять на фоне какие-то странные, стрёмные звуки. Зачем мы нужны этому клоуну? Что он от нас хочет? Так, стульчак опустить, воду слить, побрызгать и уйти отсюда. Так, раз мы здесь, давай мы еще раз все бежим, посмотрим. И надо к Джерри зайти, надо проверить, как там Джерри. Дождь все еще идет? О, ребят, гроза кончилась. Смотри, все. Прикольно, это хорошо. А то когда гроза на улице... Показалось. Просто... А почему там качается кресло-качалка? Так, я этого... Такого я что-то не припомню. Оно реально качалось. Ладно. Закрыто? Ну, естественно, закрыто. Так. Пойдем мы, короче, сейчас все-таки проверим абсолютно все, что здесь есть. Джерри. Джерри, как ты? Джерри, по-моему, очень даже нормально. Джерри, по-моему, вообще лучше. А вот давай без вот этого вот, ладно? Ладно.
это слышали? Я бы вот вылез бы через это окно просто, вот, вот тут же ж нормально. Там бы спрыгнул, там высоты, ну, 2 метра, ну, с 2 метров-то даже ноги не сломаешь. Джерри, я знаю, тут какой-то забей происходит. Кто там псыкал мне, а? Кто псыкал, я спрашиваю. Здорово, мелкий. Ты как тут? По-моему, мелкому вообще норм. Ой, тут еще батарейки. Блин, я пытаюсь взять абсолютно все, что есть, потому что, ну, как бы... Я не знаю, я бы эти батарейки пихал бы уже даже в носки. В такой-то ситуации. Но главное... Опять кресло качается. Но главная героиня, по-моему... Вообще норм. От слова совсем. Машина стоит. Вот, вот, просто, вот, открывается. Бери, выходи. Ну, ну дура, ну, ну, просто дура. Я не знаю, как это еще можно объяснить. Книжки опять убрали. Все книжки опять стоят на месте. Так, бином Ньютона. Пошло дело. Вот, смотри, вот, вообще, просто, все, свобода. Нет. Вообще, вот мое предположение на будущее, что здесь что-то такое же, как и в Pineview Drive. Что если мы на самом деле играем вообще не человеком, а это как будто бы душа там, например. Так, гори. Здорово, мелкий. Его тут не было. А письмо? Broken bones, amputations, open wounds. I've seen a lot of injuries and pains. А, подожди, это про вскрытие собаки, да? The Harson's dog, I have never encountered anything like that. She would have died of internal injuries if I had not euthanized her. Это реально, да. Это уже было. I found all kinds of silverware inside her stomach. Forks, knives, spoons. Even a damn can opener. Его тут не было. Это я точно помню. That was tasty. Ей! Класс, я приготовил пиццу. Я ее не спалил даже. Где она теперь? В смысле? Я просто ее сразу съел, что ли? Ну, ок. Но плиту я все равно выключать не буду. Пускай. Я хочу, чтобы этот дом сгорел просто. Полностью. Запьем пиццу. Слушай, у меня плохая ассоциация. Вот этот звук странный. Такое было, когда Джерри сбежал. Джерри сбежал! Jerry got out of the cage again. I need to find him. Джерри, так, тихо. Блин, а ее вообще не волнуют звуки в доме, что Джерри мало того, что сбежал, так Джерри, судя по всему, еще и мебель двигает. Причем в глобальных просто масштабах. Привет, мелкий. Он только что кивнул. Там кто-то ходит. Руки вверх, у меня есть фонарик. Джерри наверняка опять пошел жрать. Так что идем за Джерри забирать, он в холодильнике. Опять наверняка. И нашу героиню я практически уверен, что это опять даже не удивит. Она такая: о, нет, Джерри ушел. Это странные звуки на самом деле. В смысле? О, God, is this disgusting?
Ну, то есть ты тоже скажешь, что Джерри чисто случайно приготовил себя. Давай вытрем, что ли, блин. Надо вытереть. Ну ты ж типа хозяйка, давай. В смысле ты не будешь трогать? Понятно, короче, хозяйка из меня хреновая, однозначно. Вырубим плиту, а то туда тоже кто-то залезет, блин, и приготовится. Ладно, с Джерри, если честно, мне было спокойнее. Знать, что вместе со мной в этом доме есть еще кто-то живой и адекватный. И, судя по всему, Джерри гораздо более адекватный, чем наша главная героиня. Ну да ладно. Блин, это нездорово. Так. Тут... Чё-то вода где-то, подожди. Всё. То ли это сверху, то ли, я не знаю, музыка наша рубает нормально. Всё отлично. Так, мыло, руки помыть. Пшикнуть. Oh God, is this disgusting? Сделаем вид, что ничего не было, ладно. Ну блин, на самом деле свинку жалко. Но где записочка же должна быть? Надо вырубить музыку. Так, батарейки я брать, естественно, не могу. Мелкий все еще на карауле. Джерри покинул себе бренный мир. Да ладно, блин. Серьезно, то есть ты реально думаешь... Джерри, рад тебя видеть, честно. В отличие от этой психованной, ты тут самый адекватный, правда. Подожди, а что тогда... О, вот записка. Could there be a connection between the murders of 4 years ago and the disappearance of Valerie and Mike Harson? Even then, children were lured with toys and sweets. If that didn't work, the offender resorted to more drastic measures and threatened the pets, forcing the children to get into the ice cream van. They loved their animals so much. When the first victim's parents traced the murderer, he also killed them. Was never caught. For 4 years, no further incidents on record. Так, господа, тем временем пол первого ночи, жесть обостряется, и ко всему прочему... Блин, в этом районе вообще что? Все связано с нами, что он прицепился к нам-то? Я бы еще понял, если бы мы играли там типа за ребенка этого семейства и там какой-то маньяк, да, который за детьми охотится. Но... Но че он ко мне-то прицепился? Так, Джерри, давай ты будешь всех кусать, окей? Договорились? Нет, не договорились, ладно. Ну и фиг с тобой, Джерри. Че это больше мне не нравятся морские свинки. Здорово. Все, ты больше кивать не будешь? Не будет, хорошо. I already have 5 candles. У меня куча батареек, куча спичек. Хотя нет, спичек у меня немножко меньше, чем куча. А вот батареек и всего остального реально много. Ничего тут не изменилось. Слушай, надо микроволновку все-таки проверить. Может там что-то... Странно, ведьмочка не двигалась. С книжками все нормально. Слушай, ну какая-то, я не знаю, ну честно, какой-то забей.
без... В смысле, это нам звонили? I don't want to put this into the microwave. Окей, короче, микроволновка чистая. Shit. Это что такое? Я что-то не понимаю. Мне послышалось, получается, что ли, или как? Ну, вроде бы телефон звонил, и он такой дыр, и все. Или я типа должен был сразу к нему бежать? Пупсон сидит, пупсону норм, короче. Окей, ладно. Хорошо. В смысле? Кто там? Там какие-то звуки. Может, тут что-то? Может, в заднюю дверь? Да иду! Кто там? Чё-то это вообще не здраво. И эта дверь закрыта. Все еще. Сейчас что-то будет, ребят. Третий раз. Там кто-то есть. Я сейчас это... Уши пообрываю. Фу, блин. Ну я ж знал, что так будет. Ну... Может, звук убавить? Ладно, сойдемся на мысли о том, что мне... Да блин, чё такое? Алло! У нас теперь звонит... Звонит телефон? Звонит, звонит, блин, я уже, короче... нафиг это все дело... Я за тобой слежу. По-моему, она каждый раз смотрит в разные стороны. Ну, глазами я имею в виду. The whole damn evening, I drove around the district of Union Hills. Все было. Only to find that the problem comes from the overhead wire. И это было. Опа, подожди, этого не было. Это что? Nightfall? Серьезно? Это картридж с игрой The Nightfall? Окей. The Nightfall. Воу. И что-то поплохело. Ключ! Ключ появился. Ясно. Подожди, а от чего ключ? Вроде бы... Все, нафиг. От чего может быть этот ключ? У нас есть ключ. Гараж был закрыт. Точно, в гараже ж сейф. А если ключ не оттуда... то я тогда даже не знаю, от чего он может быть. Ну, вряд ли входная дверь открылась, но согласитесь. Да, есть. Отсюда вам. I see. You like games. Говорит, я смотрю, ты любишь игры. Let's play one. Сыграй в одну. Mine has very simple rules. Очень легкая. But you play it without clues? Окей. Тем временем час ночи, дамы и господа. Ну, были криповые моменты, но что-то как-то первое... В смысле? Да ладно, я что-то...
Класс! Это весьма интересная игра нас троллит. Эффектненько на загрузочке. Вау. Вот только давай без этих... Гроза. Ясно. Ясно. Все, смотри, гроза, просто ливень, ветер, я понял. Естественно, закрыто. И начался обход всего снова. Ищем, ищем, что у нас. Но так-то вроде бы все нормально. Так, воду закрыть. Я удивлен, что она просто взяла пиццу, тупо сожрала сразу всю. И, короче, ей нормально. Спичечки, возьмем спичечки. Так. Не, вроде бы глаза все время в одну и ту же сторону. В смысле, а почему она... Включи фонарик, ты что, странная? Так, пупс на месте. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Сделаем вид, что в принципе ничего не произошло, что все хорошо и норм. Надо бы это, пойти Джерри проверить. Да мне просто показалось, скорее всего. О, еще спички. Надо запомнить. Все, надо запомнить. Так, пойдем посмотрим, как там Джерри. Джерри норм. Джерри. Вот кто-кто Джерри молодец. Он сам вылазит из клетки, вышел, погулял, вернулся. Там, блин, как будто бы что-то лежит, но я, естественно, туда... Не доберусь, ибо все закрыто. А, беги. Окей. Куда бежать-то? Все закрыто. Куда бежать? Здорово. Да ну вас нафиг, откуда вы беретесь? Че? Зараза, друзей позвал, да? Все, короче, окна я больше не открываю. Там ветер страшный просто. И знаете, к чему все идет? У нас есть свечи, у нас есть фонарик. Света не будет. Да здравствует Pennyview Drive. Отвечаю. Пианино. Нет. Фургончик с мороженым. И где он? И чё ты встал? Давай едь. Я было сначала подумал, что это на пианино кто-то играет. Угу. Пианино, конечно же. Что тут наш товарищ пианино все стоит, да? Опа. Что-то я не помню, это записка, это новое что-то, да? 68 год, 29 октября. Several members of our neighborhood have observed an ice cream truck cruising through the neighborhood. This is unusual because it is now fall and the ice cream season is over. Mm-hmm. Nevertheless,
Тут, по-моему, у этого чувака другой сезон. Не мороженого, а чего-то другого. If you see the ice cream truck again, please ask the driver to leave our neighborhood. If he does not cooperate, call the police. Better safe than sorry. Вот я бы позвонил сейчас в полицию, да, я неадекватно. Какой-то уж больно странный фургончик с мороженым. Половина второго ночи. Ну чё-то я как-то... Какой-то я сегодня вообще на расслабоне. Потому что, ну прям как-то очень легко дается. Так, у нас 4,5 часа до рассвета. А фургончик мы уже видели. В полицию я, естественно, позвонить не могу. Свет все еще есть. Приятно. Хотя он... Я уверен, его скоро не будет. О! Я знаю, где ты прячешь свои фильмы, Фредерик. Так. В смысле? Подожди, а... I already have 10 matches. Ладно. И к чему это было? По-моему, владелец этого дома любил какие-то нездоровые фильмы. Похоже, это подсказка к тому, что я должен найти что-то такое. Ну, давай. Поищем, поищем. Пусто, пусто. Тихо. Спокойно. Пупс как сидел, так и сидит. Все нормально. Какая-то фигня. Это кто сейчас сделал? Ладно, все нормально. Дичь понемногу происходит, и дичи становится больше с каждым разом. Слушай, нету тут никаких фильмов. I already have 5 candles. Микрофон в спальне самое странное из того всего, что тут есть. Вот и все. Так, тихо, тихо, тихо. Газировочки. И тут свечки есть. Ну, короче, норм, да. Это было ожидаемо на самом деле, поэтому даже не говори, что ты удивилась. А свечи, а вот как раз таки на кухне даже свечку зажечь нельзя. Ее тут просто нету. Почему она гасит? Все, да, бери батарейки, молчи уже. К телефону я даже не пойду, нет смысла, это так, чисто меня подразнить. Into the stove.
Сойдемся на том, что просто показалось. О, слушай, а с новым фонариком-то как хорошо видно стало. I already have 5 candles. Хм, кстати, стоит отметить, что все правильно. I already have 5 spare batteries. И в холодильнике тоже нет света. А иначе я оставил бы его открытым, знаешь, типа как... Ну, при свете... А, стоп, стоп, стоп. Вот это что за записочка? What a nice invention these microwaves are. Frogs. Жаба? Mice? Hamsters? Хомячок. Small animals explode so well in there? А, это... Блин, это походу я должен был найти, когда тут... Жабка взорвалась. Какая-то странная микроволновка. В ней яйца взрываются, жабки взрываются. I already have 10 matches. Так, тут тоже есть спички. Отлично. И тут есть спички. А тут еще и батарейки. Блин, меня вот этот звон... Звон часов напрягает, пожалуй, больше всего. Конечно же, ничего тут не работает. Я в недоумении, что мне искать на самом деле. О, еще спички. Прекрасно, прекрасно. Тот случай, когда я просто что-то ищу. И это что-то может быть где угодно. Вот, вот такие моменты тут, конечно, больше всего бесит. Паучок. Паучок все еще тут и все еще один. И, пожалуй, это даже хорошо. I see. You like games. Так, это мы уже видели, читали, спасибо. Спичечки и еще свечечки. Прекрасно. Слушай, ну я даже не знаю. Манекен. Здравствуй. Я скоро буду как Артур, ненавидеть манекены. Да твою же ж мать. Серьезно, именно в этот момент. Сделаю вид, что никого нет дома и не буду брать трубку. I already have 5 candles. Интересно, я ничего нигде не пропустил? Стоит, зараза. Телефон, все так же. Главное, у соседей, зацените, свет есть, там горит. У меня нет. Но зато у меня есть манекен. Блин, зараза мелкая, чтоб тебя! Я знал, что тебе нельзя доверять, а ты чё? Этот сидит пока. I already have 5 candles. I need a cassette to use it. Так, ладно, не знаю, зачем я тут позажигал весь этот свет, но... I already have 5 spare batteries. Ладно, не так... Блин! Ох! Я даже не понял, что это было, но... Сволочь, я знаю твои проделки. Блин. Джерри! Джерри! Ты видишь, какая дичь происходит? Ха-ха, очень смешно, очень. Да кто... Кто у нас такой юморист, а? Кто? У соседей свет есть, им норм. Ёбаные сквозняки.
Тут все так же, как и было, все нормально. Я даже забыл, что я хотел. Я искал кассеты, по-моему, да? Пшик. Интересно, если я не буду закрывать... Если я не буду закрывать эти дверки, они на следующие полчаса сами закроются? Да ладно, прекрасно, давай, давай пообщаемся еще с тобой, ага, для полного удовольствия. Она теперь смеется, пуп сдвигается. Какая-то фигня перед дверями появляется. Ну, зашибись, короче говоря. Просто, вот просто супер. Спички взял, батарейки взял. Опа. Maggie, I can't sit here and wait for the police to call. Maggie, не могу сидеть и ждать, пока полиция позвонит. The children have to be somewhere. Дети... А, это про пропавших детей как раз таки речь идет. Probably still on vacation, but everyone in the street else should be here. With the power out, everyone is in a state anyway. Блин, вот все повторяется, то есть, да, вот про выключенное электричество. I'll find the kids. Мы вообще реально за живого человека играем, или тут опять душа, которая не может обрести покой? Это что за звук был? Что происходит? Я думал, сейчас полчаса кончится, я нашел записку. Давай, это что такое? Да ну тебя нафиг. И смотри, он идет. Оно тупо идет. Япона мать. Короче говоря, ребят, полный привет, потому что происходит какой-то абзац. Так, эту записку, эту мы записку считали, да. Самое норм место это возле камина. О, манекен. Манекен уже здесь. Прекрасно. Слушай, а я все обыскал или нет? Я что-то где-то пропустил, наверное. Попьем. Наверное, то, что я пропустил, все уже видели, все уже там в шоке сидят, когда же я это замечу, а я что-то хожу и не совсем даже въезжаю в то, что мне надо. Починить электричество я явно не могу, ибо вот щиток, но ничего, от слова совсем ничего. Может, надо в ту комнату зайти, куда клоун пошел? Ну, тень, по крайней мере. Подожди, тут я уже все обыскивал. Пшикнем. Уточка, прекрасно. Уточка хорошая. Потух свет. Блин.
Это кто сейчас сделал? Джерри на месте, Джерри норм. Джерри пищит себе потихонечку, ему вообще зашибись. Да. Я уже понял, что у тебя абсолютно... Твою же ж, блин. Дивизию. Хоть этот сидит, не дергается. Так, давай думать. Тут я был, тут ничего нету. Здесь тоже был, тут тоже все окей. А может, манекен мне на что-то указывает? Ну, правда, манекен уже на первом этаже, хотя стоял здесь. Тут без изменений. Тут тоже. Это мы прочитали и ничего не произошло. Манекена здесь уже тем временем, кстати, нет. И где он, я даже не представляю. Может, записка где-то появилась? Это мы читали. Эту мы читали. На столе тоже лежит одна, ее мы читали. Давай, даже я даже зажгу свечи здесь. Пускай горят. Что, мне жалко, что ли? Блин, ну это вообще... The whole damn evening I drove around the district of Union Hills, only to find that the problem comes from the overhead wire. И это было. I already have 5 spare batteries. I don't like beer. В той ситуации, в которой ты находишься, фраза «я не люблю пиво» не котируется. Тут... Хотя нет, котируется, она что-то покрепче даже. Ибо дичь происходит лютая. Хотя с другой стороны, пиво тут тоже не особо поможет. Ну я не знаю уже просто. А, стоп, подожди, я ж в одной комнате не был еще. Я что-то как-то вот эту проигнорил, хотя... Блин, ну вот, понятно, где ты стоишь, я понял, здорово. Здорово. А я-то уже заволновался, куда ты пропал. Все, спички взяли. Да, блин. Сквозняки гребаные. Манекен есть. Манекен нашли. Но манекен нам ни на что не указывает ровным счетом. Вообще, ибо тут. Давай даже вот так сделаем, чтобы нам поярче было. Ничего здесь нету. Вообще ничего. I know where your children sleep. Это было. Ключи мы уже не ищем. Мы тупо ищем записочку. You are like the children I never had. Я даже не знаю, что сказать. Это самая хреновая часть, когда ты в тупую бегаешь и ищешь, где может быть записка. Все уже обошел, просто все. I already have 10 matches. Эту мы читали. I see. You like games. Like games. И стоит сказать, что звуки нам тоже особо не намекают.
Хоть стой и слушай, что где шумит, шипит. Фу, блин! Я знал, что этой статуе нельзя доверять. Она опустила голову вниз. Все, я понял. Блин, хорошо, ладно, это все замечательно, но я хочу найти долбаную записку. Вот она, да? Ну, короче, типа, не работала абсолютно связь. Хоть бери там, грабь, что угодно, хоть банк иди бери. Все отключили, свет, телефон, все на свете. Тем не менее, мы ее нашли. 2 часа ночи, 4 часа до рассвета и до какой-то страшной тайны, страшной истины, я не знаю. Но пока что, пожалуй, мы... Опять двигается мебель, но мы пока что сделаем перерыв. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу главной героини, сюжета игры. Реально ли, может быть, мы играем за неупокоенную душу того же ребенка или той же жены, которая тут вот, собственно, жила раньше. Я не знаю, как это сказать правильно, но неважно. Суть вы поняли, я думаю. Мне будет интересно почитать предположение. Ну а пока что, пожалуй, на этом все. Всем удачи и увидимся в следующем видео. Пока-пока.